Друзья, всем привет! Рад приветствовать ребят вас на своем канале. Совсем недавно, ребят, у меня такая шикарная новость просто. Звонит мне, получается, человечек с неизвестного номера. Обычно, ребят, я не стараюсь брать чужие номера, потому что, ну, сейчас такое время, ребят, ну, все, возможно, это понимаете. Ну, в итоге я поднимаю, ребят, телефон, звонит мне человек, зовут его Александр. А получилось так, то что сейчас в данный момент у меня свой канал, мы продвигаем рыбалку, ребят, и этому человеку понадобилось какое-то снаряжение по поводу рыбалочки, ребят, и вышел он у меня через Леху. Леха, привет. Звонит, получается, ну, мы с ним пообщались, зовут его Александр, живет он в Сосногорске, ребят, и он мастер, ребят, мастер, отвечаю, мастер по мушкам, ребят. Извиняюсь, ребят, за свет, за освещение, потому что снимаю сейчас с детской, приехал с работы. Ну и факт в том, что, ребят, попросил он меня, не буду говорить о чем он мне попросил, ну, это уже наша канитель, и, получается, мы с ним созвонились, ну, говорю, он то, что занимается мушками, ребят, и он мне сразу же просто от души просто замучивает энное количество мушек и отсылает. Я просто был в шоке, ребят, отвечаю, потому что, ну, друг друга не знали, 5 минут прошло времени, и, грубо говоря, он мне отправляет свою работу. Андрюха, пробуй на здоровье, ну, занимайся рыбалкой и так далее. Все, я все понял, ну, как бы пообщались, положили трубочки, в итоге подписались ВКонтакте, ребят, друг друге, созвонились по виберу. Потом 3 дня, ребята, я живу в Визинге, мушки пришли. Все, сейчас будем распаковывать, смотреть, ребята. Ну, я думаю, вот такая вещь. Так что, ребят, смотрим. Ну что, друзья, вот, значит, такая посылочка. Пришла на 3 дня, ну, в принципе, расстояние небольшое, около 400 километров. Зовут его Александр Натли, такая прикольная фамилия. Город Сосногорск, ребята. Давайте мы ее распакуем и посмотрим. Ребятки, уберем. Ребят, вот такая красота. В количестве 10 штучек. Ручная работа, ребят. Дочь, папе не мешай. Дочь мне, ребят, постоянно помогает в моих процедурах. Вот такие, ребят, мушечки, нимфочки. Будем пробовать на них рыбалить. Ну и сейчас, ребята, все я покажу вблизи, как оно есть. Так что давай, ребят, посмотрим вместе и оценим. Ребята, мы имеем вот такой брутальный мужичок, ребят, я вам скажу. Просто мы сразу друг друга поняли, перешли на ты,
И просто мне он чисто душевно понравился, ребят. Как бы, ну, просто таких людей, ребята, я думаю, очень мало в наше время. Это 100%. Ребята, все координаты, получается, оставляю в описании. Как зовут, номер телефона. Также есть в Вибере, ВКонтакте, ребята. Переходим, интересуемся, ребята. Я думаю, такие вещи, ребят, ну, это просто не найти. Особенно рыбакам, ребят, с Республики Коми. Переходите, звоните, интересуйтесь. Саня вяжет, Саня работает. Сейчас только что ВКонтакте пришло видео, как он это сделал, ребят, ну, просто молодец. Так что, ребят, не стесняемся, переходим, звоним, интересуемся, покупаем. И будут у вас такие же, ребят, красавицы. И будем ловить рыбу. С меня, ребят, всем удачи, всем хорошего настроения. Ну и на связи, ребят, увидимся на рыбалочке с этими мушками. Всем пока.